более понятных героев. И ясно, что они будут делать с ними. Ну, понятно, что будут делать и пингвины. Рейзер неплохо пушит, Рейзер неплохо как бы бьет и высасывает дэмэдж. Винга. Винга просто со станом. Ну и Винга там может свапать, да, я слышал. В МБС пошли в спектру. Я же немножко показываю свое негативное отношение к команде пингвин, просто потому что не понимаю вот эти вот детские шаги. И не совсем для меня понятные. Нет, конечно, для стримера, когда Best of 3 игра заканчивается со счетом 2-0, это вообще подарок, вот честно вам скажу. Не потому что там не люблю стримить, но потому что... Это... Ну это круто. Так. Тут чатики. Кто выиграл первую игру? Наши. Первую игру, ребят, выиграла команда Wombat in Space. Достаточно просто. Разобрался Гилвилл с командой Пингвинус. Почти соло разобрался, на Сларке сидел. Сейчас, видимо, Гилвилл сядет на спектру. Ну и будет показывать класс. А может не будет, а может пингвин сейчас Рейзер просто будет гудлайк, будет убивать. И я скажу, что сори, ребят, вы оказались про, а я что-то да не так понимаю в этой игре. И вообще, фу-фу-фу, какой я плохой. Так, 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 так. Берет себе Виверок. Рейзер, Вивер, Винга. Ну, по сути, герои-то неплохие. Винги, Аура. Еще Апаришина бы взять. Кстати, вот реально, возьмите-то аппарат, ребят. То есть Апаришин, Челентач, 4 ранжевого героя минимум. Это же прекрасно. Тем более для Вивера. Ну, раньше была связка в 2013 году летом. А-ля Рубик, Вивер плюс Апаришин. Там либо какой-нибудь Рейскинг, Вивер, Апаришин. То есть герой со станом. Либо там с замедлением, либо там с кайма какой-то, да. И плюс челентач, плюс виверочек с пассивочкой. Там на первом уровне взлетает дэмэдж от этих трех саппортов. Двух саппортов плюс кэрри около 600. И кто выживет? Тот, кто выживет? Шейкер? Может быть. Дум? Не знаю. Ноль брони навряд ли. Спектра? Навряд ли. И вот чем фишка. Эта связка, она убивала там всех. По крайней мере, в early game. А дальше как пойдет. Там, если вивер возьмет нужные слоты, возьмет там... Нужные какие-то моменты. Ну да, хотя опять хотел сказать слоты, но вы меня, в общем, поняли. Там какой-то дезолятор и начнет продолжать. Начнет вот это вот нарезание своих оппонентов. Ого! Умбэтс, Санастера берут. И Санастер, который может пойти в мид. Ага-ага. Ну вот, может и не мид, конечно, может и все-таки саппорт, и скорее всего так и будет. Потому что спектре стоит сложно, без, кажется, помощи рейнджового саппорта, пикать... Шейкера под спектру не очень-таки круто, а спектре и так сложно стоять. Да и Шейкер, я думаю, будет роумище, будет ходить в лесу, будет искать там помощи, ну и все в этом роде. Я думаю, вы меня поняли. Так, ну и что? Баны у нас тут были Скаймак, Легион Командер, Брейс Кинг, Кентавр и пингвины еще Тренд Протектора берут. Прям Трента я вообще не видел уже. 100 лет 100 зим. Привет. Привет. Тренд. Вот, если это будет Спектра Рейдинесом, то Тренд, по-моему, здесь вообще юзлес тоже. Ну, вот, я не совсем просто понимаю... А, ну да, все, я понял. Тренд был пикнут против Думбрингера. Там как раз кидались Ливен Армор. Ну, не совсем мне непонятна логика. Отчасти понятно, отчасти нет. Пикать Вивера против Дума. Значит, Вивер будет через Линку. Но, как бы, есть проблема, что Линку сбить можно. Там, типа, одну магию даешь, у Вивера нету Линки. А потом Вивер ходит под Думом. И все, Вивера нету в замесе. Вивер, до свидания. То есть, да, раньше все было острота. Ой, Дума, я тут возьму Вивера и буду троллить. Он кинет мне Дум в Линку. Не-не-не, это не прок, это в играх профессионального уровня. Не работает это. В папочке, да, я так могу сделать и там сказать, а, привет, друг, не получится. А в таких играх это не работает. Вот не сработает, ребят. Но берут Вивера, рискуют. И если этот Вивер не заедет, то все. Это конец. Остается какой-то оффлейнер для команды Пингвин. Хотя сейчас, может, они Огрмага возьмут.
Ладно, все, я уже слишком уже троллю, что ребята реально там обидятся, скажут, что, что это такое за стример. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Так, ну и ждем. Last pick. Тут, смотрите, вон бат это берут себе. Keeper of the Light, серьезно? А к чему он тут? Я что-то не совсем понимаю. А к чему здесь котел? Hello, команда, Wombats. Мейден, скажи, пожалуйста, к чему здесь Keeper of the Light? Я просто здесь не вижу никаких Phantom Lancer'ов, Тини, Свенов, ну, любых там чуваков, которые имеют 200 монопула и бьют посильнее, чем с Даггера. Я... Может, это Шейкер будет? Фиссуру просто. Бдыщ, Чакрам. Фиссуру. Бдыщ, Чакрам. Я не знаю. Ну, просто обычно Keeper of the Light берется не только, чтобы задувать там, но и чтобы, как бы, пополнять вот этим Чакрам ману, которая необходима. Ну, ладно. Но, может быть, там того же Вивера, того же Вингу, того же Трентай Джекера просто за счет Иллюминейта моментально убивать? Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Не знаю. Я не знаю, что от этих команд уже ожидать, честное слово. Просто поберегите мои нервы. Так, тут какой-то чат, просто движуха пошла, я не совсем понимаю, что происходит. Ладно, One Slow Man на Винге, Арк Рейзер, Рамзе 666 на Вивере, Декорус на Тренте, 4500 плеер на Джакира. Че это Джакира будет на сложный? Понял. Мейда на Думе, Зер на Шейкере, Гилвилл Спектра, кто там на Keeper of the Light. Не остается у нас Сайленсер, который хочет найти себе хозяина. Помогите же Сансеру найти хозяева. Так. Все, чатик насмотрелся, ставится пауза. Да, не появился, тут у нас еще Женечек, точно. Ну да, Сансер медовый. Дума у нас пойдет. Может быть, в легкую поставить Думу, отправить вот эту стриплу на сложную. Ну, не знаю. Хотя, думаю, Мейды найдет, где пофармить. Ну и что, это будет Вивер медовый, это будет Рейзер, я не поменяю. А, нет, все правильно, да, Рейзер медовый, да, Вивер у нас будет фармить. Понял, понял, спасибо, понял. Ну и ждем начала игры. За кого, ребят, болеем? Давайте писать в чатике, мне интересно, за кто за кого. Мне кажется, что все же за команду Виз будут людей побольше. Ну, потому что ребята сами по себе играют посильнее. Хотя, возможно, возможно, это просто была неудачная игра. Пингвины задизморались, там что-то не то пошло, не знаю, там... Не покушал, чай не допил, а я тут кричу, давай играть. И парень просто... Ну, я говорил про Арка. Не знаю, обиделся на меня, решил первую игру слить, чтобы мы стримили сегодня целых 3 игры. Может быть и так. Не знаю. Ой. А, Мейден. Ну да, давай, давайте, давайте. Мейден, Мейден. Где я искал Мейден? А! Не, ну что, правильно я все говорю? Мейден, ребят. Че вы-то ником? Все правильно, Мейден. Ну, сами прочитайте. Можете зайти в Google Translate и попросить любезную девушку, чтобы она вам сказала, как говорится. Маден. Ну давайте будем Маден звать, окей. Ой, как же Дум-то медленно идет. Там говорят, что котла апнули. А я вот что-то не помню, что ему там сделали. Ну, по-моему, после прошлого 681 там ничего не изменилось. Да, ультимейт с аганимом, бла-бла-бла. А, по-моему, там монолик вроде больше достала или нет? Да не, ребят, что-то вы... Напишите, что изменилось, я не помню. Я вроде читал 100 раз. Что там с котлом, но фиг знает. Говорят, что то там на котле просто божит. Ну, не знаю. Может быть, да, котел-то может триплкил. Ой-ой-ой, это за место намечается. У нас такой ранний тут тренд. Семечка. Гилвилл пошел отсюда. Рейзер сосет. Станчик, фиссура по двоим. Гилвилл. Ну, ой-ой-ой-ой, Гилвилл, это проблема. За деревья прячется. Здесь у нас ЗР подставляет. Одна тычка, одна. И не хватит ее, походу, да. Тут ЗР. Но ЗР уже не спамят. Стан тут, конечно, дается. Рейзер, Рейзер. Куда ж Арк пошел? Ну, вот Арк, ну что он делает? Просто взял, получил. Пошел тренд. Ну вот ти замес в начале игры, получи и распишись. Лекс, спасибо, ребят. Мне приятно.
Замесы — это очень-таки прикольная штука. Ну и Doom берет спокойно руну регенера... Ой, баунти. На ботами же Razer берет. А, иллюзии. Нет, ну смотри, это джакеры медовые. Ну вот понимаете еще в чем фишка? Команды, которые не имеют постоянных героев, игроков на одной позиции, тоже редко добивают успех. То есть тут Женечек стоит дальше на миду, да? Вот он пошел Астворд, тут на ботами. Стоит опять же Гилвилл на кэре, кто там на котле, и Зер на шейкере. Вторую игру на шейкере, что ж ему не везет. Здесь у нас Мадден на Думе. То есть ничего не меняется, а вот здесь какие-то лайнапы, герои, постоянные игроки. Ну что-то я не знаю, но это не то, что там... Ну не профессионализм какой-то. Нельзя ж так, здесь у нас тренд. Может загулять сейчас тренд, получить по попе, а может и нет. Я надеюсь, я рамку убрал, а то я люблю, у меня мания рамки не убирать. Нет, все хорошо. Ну и что у нас? 1-0 по играм. Команда Виз, я напомню, кто только к нам присоединился, ведет. И все у них хорошо. И в этой игре, по-моему, у них по пику так точно преимущество. Хотя спектре фармить будет сложно. Трипла на триплу. Хотя Котла сейчас пока элиминейт не берет. Но сейчас элиминейтик-то возьмет, как и начнет дуть. Ну, вы понимаете, как тот же Рейзер, как даже Венга будет чувствовать вот этот вот задувчик. Вот это вот старичка нашего. Вот старичок-то старичок, но сам расцвете сил, как даст свой булавой тебе по лицу, так все, развалишься. Конечно, на первом уровне навряд ли, а на третьем, да. Почему нет? Будет больно. Тренд, семечка, кто там? Винга, станчик не достает, нет, семечка мимо. Ливен армора еще нету, маны у Трента также не осталось. Вивер здесь пытается Дум грабить, и, кстати, должно это получаться по логике. Но и Дум, ими 4 крипочки, не так уж и плохо. Для сложной, хоть и стоит соло, но... Соло не соло, но стоит он на сложной. Здесь у нас проблема, это Джакир, Ластворд, я пока чатик читаю, тут у нас у товарища 4500 остается 30 хп, но вот он опять же Сайленсер, здесь у нас на ботами, Спектра пошла в дайгер, полетела отсюда, элиминейт, хорошо, но вот элиминейт, пока не больно, пока не очень больно. Я не до конца понял, что сказал котел, но что-то он про Спектру говорил. В чем-то там был уверен, а вот дальше пропустил. Дум, ой-ой-ой, больно, но и Вивер дальше не пошел, хотя вот буквально этот шукучи и тычка, и все, но там бы и Вивер сам полег бы, поэтому рисковать не стоит. Спектра уже, по-моему, вторую фласку использует, притом не свою. Тут Гилвилла просто мажут со всех сторон, ну, фармить сложно, один крип, и для Виз, конечно, игра должна быть посложнее. Не хотели видеть реплу, хотели видеть какой-нибудь Вивер, либо там Джакера, но не тут-то было. Джакер у нас в миду, хотя как же стоит сложно Джакера. Да, там есть Ливен Армор, да, там типа какой-то подхил, но как же сложно стоять. Женечек здесь, как бы, вот он бутылка, все у него есть, и стоится неплохо. Дум с флаской полностью себя восстанавливает. Хеллспойнт. Ну, Джакира. Ликвид Файр прокачивает, понятно. Надо идти в пуш. Нужно поскорее взять Ликвид Файр с маленьким кулдауном. Начинать активно бить Метавр. Но вот Женечек, мне кажется, не даст этого. У него появляются клинки, у него появляется Last Word на втором уровне. Нету курсы, что там смешно. Смотрите, сейчас пойдет и будет убивать. Дальше до конца. Ну, там сбил, правда. Ну вот, остается буквально тычечка. И... Ах, мисс. Ну, Куру, Куру бы убил бы ты. Ну, что ж такое-то. Чё-то Женечек не понял, что Куру можно убивать, и Кура там нормально бабок бы дала, больше, чем за First Blood, но вот не захотела и черт с ним. Дум! Почти убил Вивера, Рамса через флавку. Ну вот, понимаете, такая вот, наверное, это не совсем корректно звучит, но такая огрызательная игра. То одни там на ЛХП, то вторые. Смотри, сейчас уже Дум на развороте, проблемы у него, и походу там Мадден отдает ФБ, Мадден стики прожимает шакучи, и Рамса все же добивает себе. Вот они. Игра на таких качелях, которые туда-сюда, туда-сюда. И вот в данный момент выход на Гилвилла, Рейзер, но Рейзер-то станта не имеет, и предъявить мало чего может. Джакир, 9 крипочков, Сансер немного-таки больше, хотя понятно, что остается 4500 намного сложнее. Намного. Вивер ПТ. Вивер, понятно, взял бабок. Дум тут еще и по крипстату проседал, и еще и фраг отдал. Конечно, эта штука не очень-таки крутая. Ну вот котел. Котел, привет. Мы тут как бы тебя пикнули, но не видно этого парня, не видно. То есть... В чем фишка котла? Ну, я как вспоминаю там всякие пабы, да? Фишка котла в том, что он убивает
На первых уровнях, там, на первых 5 минутах. А уже 5 минут прошло. Все. А что теперь? Он там дует, он очень больно дует. Там саппорты проседают сразу на 50%. А в итоге этот котел, он что-то стоит, что-то, ну вот, ну, вот это задувчик. Вот, но... Ну, окей, хорошо. Я не понимаю. Бенгас Макак заходит у нас в Сайленсера. Джакира, Ликвид Файр на третьем уровне есть. У нас Дулбриз, есть Айс Патч, ну и Сайленсер. Last War пошел, успевает. Дулбриз, тычка, ну, демеджа не хватит. Там еще и Глобал был, но понятно, что Женечек все знал, ничего не прожимал раньше времени. Тут, по сути, все понятно. Вот он, Last Word, очень больно, но Eliminate, все равно на первом уровне всего, Спектра до конца идет, но попробуй Трентата убей. Начинает арк высасывать дэмэдж, немножко высосал, но там все равно Спектра осталось 40 дэмэджа, попробуй. Кстати, 40 дэмэдж что-то привет. В итоге нету Сайленса теперь, нету Глобала, целых 2 минутки, и... Ну сейчас Виз реально, походу, решили слить эту игру, будет сразу Best of 3, потому что я не понимаю, что тут делать. Вот теперь я не понимаю, что им делать. Да, тут есть Doom. Ну вот, единственная фишка Doombringer'а, как бы, многие ее знают, что Doom может стоять на лейне, может испытывать огромные проблемы, а потом бац! И давай воевать, Last Word. 4500 проблемы, ну вот... Толстоват-то он стоит на месте до конца, а чё ж он так стоял-то? АФК-шал как будто... Ну, уходит, правда, без бутылки, пойдет на базу. Вот этот Doom, этот парень, который может... Вы его можете гнобить 7 минут, 15-20, а потом пойдет в леса, потом он поест крипов, получит там свой халявный мидас. И все, и он начнет появляться айтем, появится там какой-нибудь блинк-даггер, потом появится какой-нибудь кираса, это такой, откуда? А вот, я думаю, даже сами игроки, которые играют за Doom, не понимают, откуда у нас столько бабок. Ну, мы, конечно, шутим, Делар штука очень крутая, но вот пока мидаса я не вижу, и, наверное, все же его не будут брать. Товарищ Мадден, ну вот фиг знает. Фиг знает, что он решит. Radiant's bottom tower is under attack. Так, я тут чатик пока читаю по-быстрому. Я не знаю, чего мне нравится. Мадден, Мэдден, что вы хотите, Мэдден? Я не знаю, правильно? Мэйден, да, получается? Мэйден. Чё ж уж на нике какой-то бугурт, ребят, ну я не знаю, пусть это игроки говорят, как говорить их ники, потому что у некоторых просто ники на загляденье, а 4500, ну. Ладно, все, давайте мы закончим эту тему, давайте смотреть за игрой. 7 минута, по графикам 1.5 косаря, пошел Illuminate, Dagger, One Slow Note. Опять же, Illuminate всего лишь на первом уровне. Что делать с этим Illuminate? Ясно. Там уже дэмэджа высосал Razer очень много, 70 дэмэджа, тычка буквально остается, плазма филд долетает, убивает. Ну вот, две тычки, и последняя. Последняя тычка не имеет вижена, ой-ой-ой, ну... Хотя можно за тавр-то зайти, тут Рейн готов танковать, но не пошли. Хотя дэмэдж еще был. Doom, есть ультимейт. Земля уже на последнем уровне прокачки, бьет больно. Регенерация большая. Ну еще тут съел сатирушек, вейв появился. Ну и с приятной пассивкой, хотя... Как мы видели, не спасала эта пассивка, не спасала. Ну и погиб-то у нас Гилвилл. Это очень неприятно для самого Гилвилла. Для Спектры Мейнкэри не должен умирать вообще, но вот умер и... Вот реально, как будто у нас игра переворачивается. Первая и вот это вот реально. Все как будто наоборот. То одни начинают сливать, то вторые что-то делают непонятное. Ну, здесь Женечек очень... Вот, там не подохнет ли этот Джекер? Он там пошел. Как раз таки Ливин Армор и частично спасает от смерти Джакира, правда, вынужден идти на базу, отдыхать. Очередной раз уже, здесь у нас кто там, Монолик дает. Кстати, на месте у нас Тренд. Да, стоит Варды, это прекрасно должны знать ребята. Тут у нас Дум убивает все же Шейкером пришли. Ну вот, Шейкер появился с ниоткуда, убили через Дум Вивера. Ура! 1-2 по итогам боя, там нормально, кстати, бабы привалило по графикам Пингви из 2000 уже на полторы. Ну и проблема-то, Женечка, ой-ой-ой, ну дальше не пошел. Не хватило рейнджа, там еще 2000 получил от Тауэра, 4500. Ну и Килвилл вынужден отойти подальше в леса, потому что реально подставишься, тебе дадут стан, тебе дадут семечку и до свидания.
Толчки отводы, постараются ребята запушить. Рейзер у нас почти с Миказмом. Спектра пока не палится. Есть ультимейты спектры. Пошел задувчик. Задув не попадает. Ну не знаю, вот этот котел, по-моему, вообще заруинил просто игру сейчас. Монолик, неплохо. Тауэр, правда, я агрится на крипов. Ну и... Все. Ну и все. Тауэр с тем придется отдать, это понятно. Ничего тут не поделаешь. Главное еще самим тут не помереть-то. Это будет вообще прекрасно. Да, спектр, конечно, есть ультимейтом, пробую еще слови, но... А, вот чем беда. Все, ребят, я прочитал. Ударение, оказывается, Моден. Моден. Ну, ребят, ну вот честно, как я должен это было узнать? Вы так пишете, как будто я там рождаюсь, меня там мать родила, и я должен знать, что оказывается Моден. Вот мне сказали первое, надо говорить Моден. Понимаешь, Моден, и я такой, угу. Серьезно, ну. Radiant's top tower is under attack. Моден. Окей, все, надеюсь, зрители, которые об этом кричали, сейчас довольны, и теперь все у них идеально. Здесь у нас Вивер, пока живет, Вивер, стики прожимает, сейчас Вивер тут будет убивать. Таймлапс есть? Лол. Не просто минус. Там пошли телепорт, таймлапс. Вивер у нас как бы не фуловый, но у него есть шкучи. И что, он будет еще бить туда дальше? Я не знаю. Тыкает. Фиссура. Дом. Есть дом. Бешает. Это шикучи прожимает, конечно, Рамзес. Но придется отваливаться. Донать некому. Уйти некуда. Дам Рейзер. Убивает котла. Тут... Ой, Ревенармор пошел. Что творит тут здесь Вивер? Ну, находит и дотыкивает. Моден. Меден. Умора. Ну и Тауэр, ты на миду пропал. Пропадет сейчас и здесь. Вот он, Джакира, все же-то через Liquid Fire выстоял. Выстоял неплохо. Пытался Гилвилл что-то сделать, но, как видите, не получилось. Не получилось как-то задонать. Ну и, опять же, сейчас сложно играть, когда у Спектры 22 крипа, у того же Вивера уже 60, там 1200, там ПТ, Magic Wand, Базила, Ring of Hells, то есть, как бы, я не могу сказать, что там есть какой-то полноценный айтем, но тут всего по чуть-чуть. Там есть ХП, там есть там всякие штуки для выживаемости, есть пуш-потенциал, то есть все имеется. И чего нужно делать? Я не знаю, может быть, вернуть время назад таймлапсом и перепикнуть вместо котла там какого-нибудь, не знаю, там. Ну, просто я не вижу пока проку от котла. И вот проблема данного персонажа, почему его не пикали? Потому что этот персонаж во время игры становился все менее бесполезней, 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 бесполезней. То есть, это не какой-то там Рубик. Это, не знаю, ну, это бесполезный саппорт, который уже в мидгейме. Это как скамак, он вроде там полезен, да, мидгейм, а потом появляется БКБ, и все. Здесь у нас там Фиссура, неплохо, Хаслама, правда, нет тотем. Вот пошел Ленинармор, вот он Джакира пришел, айс патч, Wicked Fire, минус кто там? Ну Джакира бежит у нас на хосте, идет дальше, Wicked Fire по спектре, я спектра вынужден ультовать, получает думу на Джакира, понимаете, дают дум на саппорта. Тут Рейзер можно было, ну вот Фиссура должны добивать, да, земля добивает. Моден добивает, получает фраг. Ну и Джакира выживает. Выживает, получил он дум, все у него хорошо, покупает себе стафа в Визардре, будет приобретать, по всей видимости, артефакт под названием Некрономикон. Есть Моден, цепляет айспач. Хорошо, Фиссура. Вот, ну вот сейчас хорошо, вот сейчас было отлично. В итоге Дум, про который я говорил, доминейтинг. У Дума Мека, там, Долбриз, Фиссура через пару секунд, Монолик. Ну и земля-то горит, Моден айспач ловит. Фиссура хорошо закрывает, проблема 4500, начинает там дэмэдж высасывать. Рейзер, нет, не начал даже, но начинает высасывать уже поздновато. Тут еще сейчас дотыкают-то. Арка, хотя нет, тэп-аут просто делает. Если стан Винга, стан есть, успеет ли дать? Нет, не успевает. Ну, хотя там вроде 100 дэмэджа высосал, как вам? 100 дэмэджа, если я бы сейчас начал тыкать. А, телепорт сбили, понятно, дом там отвалился бы в таверну, но немножко другим путем. Не через телепорт, но вы поняли, через что. Все, все ребята довольны, я тоже, ребят, доволен, на самом деле. Нужно прислушиваться к зрителям, так что теперь... Меден, вот давай еще, знаешь, парень, давай еще поспорим, как будет Меден. Там еще только это, знаешь, останется и все, и тогда мы точно все решим. Ну, мне кажется, все же Меден, давай Меден.
Мэдэн, ладно, все, я фигню какую-то несу. Рамзе здесь с Полин Армором, таймлапс есть, фиссура мимо, ну и... Ой, здесь у нас на ботами какой-то замес. Спектра остается одна, неплохой элиминейт. Ловит айспач, ловит стан, плазмафилд. Ну и дэмэджа хватает. В итоге тренд там семечку добивает, прожимается мека. Сенсор вроде поинтбустер, вроде ПТ. Ну, без Медена здесь делать по сути-то и нечего. Воевать сложно, без Дума. Да, даже с Дума сложновато. Элиминейт летает для него Джакера, и то там совсем немножко. Как дефить? А я не знаю. А кто знает? Не знаю, я не знаю. Дум на Вивера, вот просто вот, ну... Ну, я не знаю, у меня просто слов нет. То есть, ребята, походу, решили обменяться лоу-скильными играми по очереди. То есть, здесь Doom просто дается Doom, типа, так, ну, здесь стоит Weaver, давай-ка мы дадим Doom. И так нам идти надо до него только там 300 километров, но мы дадим Doom. Теперь у нас нету Doom 80 секунд, а Weaver уже не по дому. Weaver дальше наваливает. Айспач, отличный. Голбриз, Глобал, Хаслам, неплохо. Джакир пытается сбрить, Спектра ультует. Надо 4500 хотя бы добить, но 4500 добивать здесь. Кстати, на ОХП, это команда Пингвин, все. Ой-ой-ой, элиминейт неплохо, наверное, таймлап сделает Вивера, правда, лох хп, тренд проблемы, это минус тренд, это уже минус 2 арка, также проблемы, проблемы Винги, минус 3, что творят с ребята из ВИС? Живет у нас Шейкер, надо добить этого жучка, жучка добита, прожимает стики, выживает минус котел, остается один Вивер, Вивер, может сделать тэп-аут, Вивер это без, а нет, ботинку просто чуть медленно так бежал, 5-2, ну вот он уже. А вот представьте, еще сейчас Дум был бы в замесе, просто Дум, но Левин Армор тут уже гадай-не гадай, убить не выйдет. В итоге Мэдэн сделал еще два фрага. По итогам боя там просто адовые цифры, хотя вот, ну там будет где-то 2500. Блиндайгер по опыту уже команда ВИС ведет. Вивер. До конца, думаю, еще 10 секунд. Ну вот Думблинг Дайгер, там Линкин Сфер еще не наблюдается, будет скоро, но вот что-то у Вира пошло не то. Давайте на Творса взглянем, Бибер, ну вот Дум, понимаете, вот он Дум. Ему не нужно много крипов, он 50 крипов, Вир 80, без проблем. Это Дум, это Дум. Здесь у нас Джакира, Джакира, на транквилах бегает не очень быстро, Монолик. Дается там Макропира, Элиминейт, Левин Армор есть, Элиминейт мимо, но все равно больно. Хотя там, смотрите, Спектрата проседает, Спектрата может отвалиться. Нет, пошел дальше, приходит Вивер, проблема у Гелвилла. Гелвилл должен отвалиться, там отлично дает-то. Выстрелы от Котла, одни мясы, но жучки-то они мясуют, жучки делают свое дело. В итоге минус Спектра, Котла здесь, проблема, Котел уходит, Дум. Прыгать надо, но не хватает просто маны на Дум. Зер тут решил в лесах постоять, и мы, как понял, все устраивает. Курса, курса только на первом уровне. Ну и Last War тоже сильно не ощущается. ХП там много. Опять же, арба дает ХП. Поэтому нормально. Здесь допушивают Таур. Рейзер уже имеет Аквилу, Брейсер, Меку, Пурменшил, Фейсбут. Что будет дальше? Аганимчик. Надо купить-то уже Point Booster. И вот с Point Booster чувствую себя еще более комфортно в этой игре. Да, все, мы договорились. Мэдэн. Ура! Мэдэн так Мэдэн. Без проблем. Это как Мэдэн, Мэдэн. Ладно. Идут ребята дальше. Пингвины, кстати, вы заметили, что это Дота, как она не напоминает Доту 681. Очень быстрая, очень активная. Никто сильно не фармит, все воюют. Пытаются пораньше там спушить. Но вот эта Дота, она тоже неплохая. Я уже начинаю ценить. Как не синил раньше, раньше типа вот БК-точки на минут 40, как мы привыкли там, а за International 2013, на 2012, а сейчас, ну вот. А сейчас думаешь, ну фиг знает. Так, там Винга что-то там кричала, а так фармит. Да, зажались ФИС, вот здесь они сидят, боятся даже свои леса идти, хотя мы видели, что они творили, делали минус 4, и счет-то 9-9, кажется, но ТВР они, к сожалению, дают много денег. И деньги эти нужно возвращать только, если ты будешь сам убивать товара. А тут все стоят на топе, на миду, на ботами, почти фуловые товара. Фуловые. Иллюминейт от Котла, да, прикольно, да, дует, да, бьет, но был бы другой саппорт, был бы тот же Скаймак, он бы убивал того же Вивера через Мистик Флеер, плюс там, не знаю, Шейкера, Хаслама, Фиссура, все. А, Рейзер решил барабаны себе купить, ну, тоже нормально. Аура неплохая для команды.
Но игра это будет сложно. Для Винса отыгрывать будет сложно. Ну и я не могу сказать, что Пингвина будет просто выиграть ее. Нужно постараться. Рошана забирают. Веру уже Линкенсфер имеет. Дальше пойдет, я думаю, все же какой-то дэмэдж. Блэкенбар не самый, наверное, верный выбор будет. Хотя фиг знает, может и БКБ купит. Тогда уже вообще как этого рамзаса убивать непонятно. Да, Вертер с Аегисом. Вертер с Аегисом. Ребята тут немножко подпушили мид, ну и нужно им возвращаться назад, домой. Понимаю, это прекрасно. Ну и Саласер имеет почти готово Аганим. Ну вот Аганим. Что он изменит? На самом деле там Глобал решал многое. Но вот у Саласера только 11 уровень. Был бы там 16. Но до 16 еще тут очень далеко. Очень. Вивер. Тут у нас Котл в инвизии. Вивер по спектре начинает тыкать. Но теперь Вивер нужно два раза убивать. И вообще его фокусить теперь глупо. Там у Джакира Юл. Это же все же не Некрономикон. А я думал, Некры будут, но нет. И как дефить? Тут нету Деспрофит, нет экзорцизмов, но не суть. Все равно будет тяжело дефить. Потому что Ликвид Файеры по кулдауну, начинает Вивер тыкать. Айс Патч. Моден, свап, моден проблемы. Вот он пошел Глобал, вот пошел Люминейт. Моментально Вингу рассыпают, но дальше Дум, Варка. Арка должны тоже убивать, Арк ничего прожать не может. Арк. Арк, отлично, тренд ультует, макропиры неплохо стоят, все в стане, айс патч, просто прекрасный хаслам, никуда-то залетает, в итоге минус 2 уже отлетает, 2 саппорта, здесь выживает арк, это минус, также должен быть Санасер, это уже минус 3, проблема у Дума здесь летает, небесах Дум, ну и модерн походу тоже отлетает, это минус 4, размер на одну вингу, остается одна спектра, спектра здесь вообще в лесах где-то бегает, ну и спектра, 21 минута, только барабаны, фейсбуц, ой-ой-ой-ой-ой, мне кажется, тоже будет быстрая игра, и походу все же... Решили ребята мне наградить третьей игрой. Что-то вот к этому все идет, ну, по мне так. Ну вот так я вот хейтил ребята из Пингвина. В итоге заехали все герои. Заехал особенно Джакира, который оказался на ласпике что-то вообще невероятное. Ну вот Иллюминейт, вроде больно, но этого недостаточно. Мека прожалась, дальше бить. А, ультимейтов нет вообще у команды Бис. Вообще. Рейзер взялся ультимейт. Айс патч, Вивер с Аегисом до сих пор, Вивер тут наваливает, очень больно, под линей армором, и лишний брак пытается забирать, ребята, Ликвид Файер, ну и получается, получается забрать этот брак, можно и уже и уйти отсюда. Чё, а почему бы и нет? Забрали важный брак, Рейзер полетел на базу, Дум у нас не имеет Дума, левел Дес дает, там залетает Дагер, Линка, таймлапс, таймласится, и снова фуллово, типа, окей, я в лесачке лучше поформлю. Фиссура, кстати, неплохо-то. Ну, немножко не с той стороны закрыли. Last War до конца идут за Рамзесом. Ну, там же опять же Аегис. Вы убьете, и все. Закончится. Здесь за Шакира погоня. Барабаны. 4500 Левин Армор. Все. Вот тебе Левин Армор залетел. Вот тебе и Вивер залетел. Я просто все, что говорил, это был какой-то хейт. Тренд, тультует, Гилвилл, проблемы, Линка. Гилвилл тут... Рамзес у нас тут бегает в Думе. Ну, бьет он все равно больно. Вот он ловит. Наконец, Иллюминейт. Рейзер усасывает очень много дэмэджа у нас Дума. Вот он выбил, выбит Аегис. Вир сейчас пойдет дальше. Ну, сейчас пойду дальше, ребята. Просто допушат этот вот бедный один барак. Остался он. Рейнджовый. Без регенерации. Либо пойдут на топ. Да, там можно. По графикам там, да, уже 11 тысяч по золоту. Около 6 тысяч по XP. Это очень много. И это все добра. И что-то сделать на развороте сложно. Ну и Тауэр должен падать. Тауэр должен падать. Как дефить, не ясно. Да, даются фиссуры там защитные. Там Doom, Level Death, Eliminate. Но этого недостаточно. Там Living Armor, там Мека. Там этот подхил еще какую-то турну купить. И все, вообще все было бы в шоколаде. Тут за Шейкером погоня. ЗР. Нету Дума еще 40 секунд. Вер ничего не боится. Ставится варды. Но эти варды-то вообще как бы... Не страшная штука вообще, ни капли. Ну вот, может, и Санасер все же не заехал. Может, какой-нибудь бы, там, не знаю, Темплар Ассасин. Какая-нибудь там Фэнтом Ассасин. Было бы поинтереснее. Не знаю. Прожимаются барабанчики. Пытаются ребята спушить. Ну да, Иллюминейты больно. Бьют защитные, но они не будут идти бесконечно. Они рано или поздно закончатся. Мана закончится. Кулдаун есть, и все. И придется начинать все сначала. Сначала. Что, ребята отойдут, что у нас по Виверу? Вивер Блэкенбар все же действительно покупает. Блэкенбар будет скоро. Ну, с БКБ, наверное, будет все еще поинтереснее. Его и так было убить очень сложно. Там этот Аегис еле выбили. Но...
Не знаю. Не знаю, что будет делать команда Виз. Просто спектра у нас Рейденс фармить это глупо. Но вот спектра, понимаете, 25-я минута. Поставили эту спектру, бедно, никто не помог. Могли там сделать свап-лайнами, не сделали ничего. В итоге спектра стояла, бедняжка, и имеет 66 крипов, в то время как тот же Вивер имеет под 108. Но вот это реально проблема. Это реально проблема, которую, к сожалению, никак не решить. Так, тут какие-то проблемы, ребят. Также... Давайте подождем, я пока чатик посмотрю. Идут ли там дальше разборки? Да, про модель у нас разборки идут. Да, ну тут про котла так писали, все, а на деле ничего не вышло. Да, все, пишут гоу, ребята. Давайте наблюдать за игрой дальше. Котел, 8 уровень, eliminate the maxion, находите одного Зера, ну и Зер, походу, хочет Аверну, да. Хочет этот бедный блинк-дагер выформить, дайте ему блинк этот взять, там очень изменится, хотя что-то я сомневаюсь. Здесь Фьюр гоняет спектру в соло. Но все, конечно, крайне-крайне печально. Мир тут на ботами сплитпушит. Ребята, тут на мид пытается затыкать этот брак. Курса полетела в арка. Ну, не страшно. Опять же, уже не страшно. Уже не страшно. Джакиры почти с аганимом. Там макропиры будут просто вот настолько. Вот такая вот макропира. Тогда я вообще не знаю, что делать. Вивер с блокинбаром. Осталось только довести это БКБ. Ну, я думаю, с появлением данного арта пойдут ребята дальше. То есть там убить всех, что у нас по байбекам. Байбека нету ни у кого из кор-героев команды Виз. Только у нас у Шейкера. И все. И все, и все. То есть, если вы убьете, там будет вторая сторона падать, будет падать третья сторона. Ну, а дальше вы понимаете, что произойдет. Я не храню команду Виз, но спектра без рейдинса и спектра без айтемов делать мало что может. Хотя, конечно, фармить давать ей не стоит. Там диффуза какие-то, которые, возможно, будут, не стоит. Спектра может вытягивать игры, но это не какой-то войд. Тут все посложнее будет. Посложнее. Doom у нас. Ogre Club. Вот я еще помню, минут 7 назад смотрел. Как и был, Ogre Club так и остался. Ничего новенького не появляется. Не знаю, будет ли какой-то аганим, либо блокинбар. В любом случае, ну, сложно. Либо, может, вообще какой-то хеллбард. Ну... Не знаю. БКБ, линка. Дальше может быть все же какой-то дэмэдж. Может быть МКБ, может быть дезолятор. Не знаю. Ну вот он Джакира с аганимом. Где там ренжа это ультимейт? Там вообще что ли такая адовая? Посмотрите, это вообще законно? Вот что это? Что это? Вы посмотрите. 1800 ренжи. Это просто жесть. Вот столько. То есть, вы понимаете, если будут приходить на... Вот такой будет ультимейт. Нормально, да? На все ХГ тебе. На ультимейт. Получай. То есть, пойдут пушить. Вот такой макропира даст. У нас 4500 и дефи. Как хочешь. Вивер. Главное, если полиция делает ТП аут подальше. Испугался, конечно. Отвалиться одному здесь не хочется. Хотя, мне кажется, и одного здесь ловить сложно. Нет никаких ребят вроде Батрайдера... Крайне печально, что ловить сложно. Нету ничего там вроде Магнуса, ничего нет. Здесь Муган, хотя бы на кого-то Трента, там просто так вот моментально это его сбивает. Но на самом деле пигмент то, что это учесть, что этот же пик, по сути, имеет шанс на камбэк. Да, там 14 тысяч, да, там 7500, но вы снимаете стрик с Вивера, это уже бабок много. Кто-нибудь Маден возьмет там Блэкенбар, уже будет печально там. Возьмет спектра сети фьюзала, все печально. И так по чуть-чуть, это будет как снежный ком. Больше-больше, и в итоге вы не заметите, как преимущество того выйдет. Там 5 тысяч, 4 тысячи, 2 тысячи, нули. Айспач, мимо. Надо идти, поэтому нужно идти, поэтому нужно прекратить фармить. Не стоит забывать, что там пик все же посильнее. В лейте тут сильнее, ребята. Там это Санасер возьмет рефрешер дальше. И... Я не знаю.
Вивер будут сходить. Ну да, там дадите вы на Вивера Дум, ничего страшного. Прошмет БКБ-там и дальше поехали нарезать. Ну, после Дума, разумеется. То есть там 1500 хп, попробую убей этого парня. Спектре, конечно, диффьюзу нужно поскорее. Выформить диффьюзу реально может что-то измениться, а может и не измениться. Я прям тут капитане, но это реально так. Может быть, игра изменится, а может быть, ребята сольют очередную игру. Вот. Непонятно, непонятно. По нетворсам игроков Бивер, Рейзер, Жакира топ-3. Дальше идет Doom, Silencer, Spectra. Ну и саппорта ровненько. Ну и Котл 800. Я не буду еще раз придираться к этому пику. Тут Silencer убивает лол. Лол, а, ну почти через Doom. Ну вот, понимаете, сейчас вот сколько Вивер там бабок отдал. Вивер отдал сейчас просто 2000. Это мало? Нет. Уже 14-12. И тут дальше, ребят, тут тренд. В инвизе ходит. Трента, понимаете? Я не могу понять, почему пингвины не идут атаковать. Вот это реально для меня непонятно. Если они начнут что-то атаковать, они сольют игру. Реально, вы дадите сейчас фармить всем. Спектра уже имеет почти диффьюзл. Осталось рецепт докупить. А казалось, что у нее ничего нету, никогда не будет. Иллюминейт. Полетел. Там Котл тоже опыт дает. Дум почти 16. Сансер 14 почти имеет. Купился форстав. Какие-то сейфай там и пыляются. Здесь у Гилвилла могут быть проблемы. Гилвилл рецепт докупил. Гилвилл до конца. Если блиндагер, блин, здесь форстав. Будет ли прыгать? Нет. Не прыгает. Ну и что у нас пайтом вообще творится? Давайте посмотрим. Дум, блокинбар есть. Сансер, форстав, аганим есть. Диффьюзл, спектры есть. Шейкер с блиндагером. Жакира, рейзер, аганимы. Жакира, юл, рейзера, мека. Очень много форстав. Тут и винга, и тренд. Вивер, БКБ, линка. И фармить что-то там еще. Это еще 400. Но, опять же, я скажу еще раз, что преимущество все меньше и меньше. Уже вот ровно 12. Из 14500 по опыту 7500. И нужно настроиться на игру. Иначе можно не заметить, как, опять же, преимущество будет становиться меньше, меньше и меньше. Да, понятно, что команда виза зажата, но они фармят. Они там подходят крипы к ХГ, они фармят. То есть, по сути, фарм-то ровненький. Да, вы забираете Рошана, а Эгис есть. Но сейчас, если отдепится Биз, то они реально нарываются на то, что камбэк может случиться для них. Но вот смогут ли? Смогут ли отдепить? Вроде есть варды, есть вижен. Того же Вивера ловить можно, дать Дум там, линкить и забивать без проблем. Ну вот, выйдет или нет? Не знаю. Кто-то держит кулаки за Вид, кто-то за Пингви. Мы держим кулаки за хорошую и крутую игру. Здесь котел чуть не поставился это под свеп. Не стоит так подходить. 4 на 5, война уже не та. Байбеки включим сразу, чтобы нам было понятно, что происходит. Вернеется байбек, Рейзер и Котл. Ну вот, печально. Иллюминейты пошли. Улетай, это больно. Того же Рейзер. Ну там опять же мека, Ливин Армор. Вера пошел, Монолик ловит. Ой, как же больно там. Это Вера. А, там левел, да, залетел. Вынужден поражать таймлапс. Вот так вот. Ну опять же, есть Аегис, поэтому понимаешь, что там пока выбит Аегис, пока замес начнется, там уже снова таймлапс будет без кулдауна. Ну вот так вот тыкают, достаточно нечестно, с аганимом, ну не то что нечестно, здесь у нас прыгает Дум, не получилось ничего сделать, моментально засвапалось, финга, ну и все хорошо. Вивер, левел ДС, Ливин Армор сразу пошел, будет ли даваться. Дум пошел в Рейзер, но Рейзер-то совсем бегает, Спектра ультует, хорошо, Спектра пошла, там Юли у нас прыгает Джакира. БКБ прожимает Вивер, Ривер пока не потерял Эгис, это минус, у нас 3 уже, вот она пошла макропира, но поздновато, Спектра живет, Спектра Вивера не убивает, нет, Вивер все же таймлапс делает, выживает, при этом медовый-то барак спушивается, то есть 3 лоу хп героя, Вивер еще с Аегисом, Вивер не вешает курсу, ничего не вешает, забили, но мид потеряли, ребята, в итоге 2 в 3, минус Спектра. Спектра отвоевала 1 на 1, оставили ее, и в итоге нету Спектры, нету мида, и жив Вивер, есть Аегис, пойдет ли дальше? Ну, Жакира, наверное, сказал, давай-ка назад, парень, давай-ка назад, да, есть у меня ликвидфайр, но лучше развернемся. Пофармим, ну вот она макропира была, вот она была макропира на пулкарт, но поздновато, была бы она раньше, может, что и было бы иначе. Что у нас по бабкам? А по бабкам все равно-то выиграли ребята из Виз. Уже 11 тысяч, по опыту там 7200 примерно. Ну, чуть-чуть выиграли. Это косарь, это неплохо. Следующий там еще косарь, еще. Понимаете, так, еще так 10 замесов здесь, и можно отыграть косарь. Хотя тавр, конечно, не вечный. И глифы, фортификейшн тоже там кулдаун имеет. А вот они снова идут.
А теперь-то нету Глобала, а теперь-то нету Спектра Ультимейта, нету Эхослама, нету Дума. Ну, там 20 секунд, правда, но все равно. Сложно, потому что кулдауны тут маленькие, ребята, с Пингвин. Тут Рейзер уже с Ультимейтом, и придется, скорее всего, вторую сторону отдавать. Дум, нету еще Ультимейта, Вивер начинает тыкать, Вивер еще с ДД. Ну, лол, ну что ж ты будешь делать? С ДД воевать сложно. Это министра страна, намечается, да, там Ласт Варды... А Егис еще имеется, БКБ прожимает Вивер, начинает пилить Дума, Дума очень больно, ну и минус вторая сторона. Минус вторая сторона, надо теперь отойти. А Егис пропадет через 2 минуты, не страшно, теперь можно лететь на топ и допушивать. Здесь у нас Спектра фармит, Спектра понимает, что что-то здесь неладное. И делает ипаут. Нужно ребятам отойти. Как бы все хорошо, хотя в Юлту залетает Дума, Эспач, Макропира, просто на полкарта, Дум, Блэкенбар, Дум начинает высасывать дэмэдж, Рейзер, Рейзер ловит Дум, Спектра ультует, Спектра до конца пытается идти, тут иллюзии бьют, вот она, Спектра появилась, Рейзер, Рейзер, проблема Рейзер, Рейзер отваливается, Трент также проблема, Трент тычет кубы, тычку, Ленинарбор прожимает, живет Трент, Эрмис себе делает. Фиссурка. Хорошо, точненько фиссура выпадает. Это минус 3. Это очень хорошо. Дум до конца прыгает дальше. Левел Д. Сайз патч неплохо. Он там дефьюзал было заюзано. Проблемы у Гилвилла могут там быть. Гилвилла до конца играет. Джакира. Хорошо полетел. Джакира бы добить хотя бы. Здесь проблемы у Гилвилла. Гилвилл. Жучок. Скорее всего должен тогда есть. Вивер. Вивер. Ривер. Аегис выбили. Минус Петра. Минус 5 в итоге сделали. Но Вивер теперь снова жив. Это Аегис. Там осталась буквально минутка. И на развороте сейчас Рамзес начнет пилить. Дума еще нету минуты, надо сделать тэп-аут. Просто тэп-аут, ребят, просто берут. Надо просто брать, я не знаю, что живет Женечек, просто тэп-аут надо пилить. Вот он, вот, вот шарит Моден, фиссура и улетел. Все, то же самое нужно делать Сансера. Форсав тэп-аут, вот, вот она война против Вивера. Все, Вивер не может, у нее нету ничего. Нет его МКБ, нет таких башей. По бабкам уже 9000. Да, минус две стороны, по опыту уже 3000. Так по чуть-чуть. Спектра там уже купила себе рецепт на манту. Арба не валяется. Ну да, появился вейл у шейкера. Да, тут дезоль. Да, тут есть дезолятор. И дэмэдж там стал еще больше, и пушит проще. Но сейчас, конечно, да, если запушит третью сторону, там уже тогда будет все равно сложно. Глобала нету, Вивер, правда, без Аегиса. Но там Рейзер начинает бить. Дается Вейл оф Дисгард, барабанчики, если Эхослам, Эхослам имеется, будет прыгать у нас Шейкер, Шейкер хочет прыгнуть, но некуда ему-то прыгать, Рент ультует, хорошо, полетели свармы. Дум, есть ультимейт, Дум до конца, левел дес по Тренту, свап. Пытается кого-то найти, никого, вот он Вивер, Эхосламчик бы прописать там, ну вот она Макропир, вот он Вивер с БКБ, Эхослам-то по сути бесполезен, дэмэджа нет, минус Зер. Сансер тут в небесах, это Сансер проблема, Эспач ловит, Женечек, Женечек тоже минус, это минус 3, ну и Сансер байбэк, Вир просто пилит третью сторону. Без третьей стороны шансов у ребят из Виз просто нет, падает у нас Ренджоу Барак, Вир. Надо просто хоть суицид, хоть как-то, вот, а пошел Глобал, Спектра так жультует, вот она связка, пошел. Да ладно, еще Рейзер, да это у нас Вир, там был Дум. Ну и в итоге, Вивер байбэк, Вивер таймлапс, делает снова, начинает здесь воевать, Вивер, Женечек с байбэка, Женечек минус, минус Женечек, остается-то одна Спектра, Спектру бы убить, это будет ГГ. Спектра живет, а просто пилит третью сторону, это ГГ. Пингвины отыгрывают игру, мега-крипы, к сожалению, в этой игре никак не делают, здесь Вивер застрял, ну да, и понимает Моден, что воевать бесполезно. Ну что, 1-1 у нас, все только начинается, и сейчас будет игра, которая реально будет просто какая-то адовая, потому что сейчас решится, кто вылетит. Понимаете, одна игра решает, кто вылетит, а кто будет иметь реальный шанс пройти в про-серии, потому что останется всего 4 команды, то есть шанс уже будет не там 20%, а намного больше. Так, ну что, мы совсем ненадолго прерываемся, немножко музыки, я передохну, возьму там себе чай, сделаю, и вот... Буквально через пару минуток мы врываемся снова смотреть доту. А пока немного музыки, никуда не отключайтесь.